Скаты в том виде, в котором они были ранее, раскритиковал глава города Юрий Поляков и поручил реконструировать эту часть пешеходной зоны, чтобы она стала действительно доступна для маломобильных граждан. Поставленная задача практически выполнена. Рабочие ремстроя полностью переложили 7 пандусов, снизив угол наклона. Удлинены пандусы, уменьшен угол наклона. Если раньше угол наклона соответствовал 25 градусам, сейчас он 14-18 градусов, не более. Больше тут возможности сделать, наклонить его больше ниже нету. Выполнены все в количестве их 7 штук полностью, в полном объеме. Работы закончены. Сейчас ведутся работы по устройству закладных. И дальше планируются работы по выполнению установки перил. В целях обеспечения безопасности перила должны быть хорошо закреплены. Для этого рабочие на глубину порядка полуметра монтируют закладные гильзы, к которым будут крепиться поручни. Для того, чтобы бетонный раствор полностью затвердел, понадобится не менее 20 дней. Только после этого к ним будут прикреплены остальные перила. Окончательно проект будет сдан во второй половине января.